Слышно, видно. Давайте подождем до 40 минут. Так, здравствуйте. Сегодня вот так получилось, что у меня нет слайдов, подходящих под данную лекцию. Но вот заодно можно попробовать в каком-то другом стиле это рассказать. Потом расскажете, насколько это было хорошо или удачно. И мы подумаем, может быть, как-нибудь еще все это делать. Значит, сегодняшняя тема, которая у нас сегодня есть, это... Тема называется... На самом деле, такая общая тема для сегодняшнего занятия – кардинальные числа. Ну, что вообще такое кардинальные, ординальные числа? На самом деле, на русский это переводится что-то типа как числительные и порядковые числительные. То есть, вот мы можем говорить... про что-либо, что вот, скажем, один код, да, или, например, первый код.
мы можем сказать первый код. Мы умеем сказать там 150-й код. Как можно написать? Это можно написать нолик и 150 апостроф. Вот, мы можем даже сказать, допустим, омежный код. Омега, да? Ну, что такое омежный код? Это код, который... Вот бесконечный какой-то код. Вот у нас есть неограниченное бесконечное количество котов. Но счетное. И вот код, который по номеру имеет номер омега, вот он будет соответствующим. Но это все вещи, которые отвечают на вопрос порядок. Какой код по порядку? Это ординальные числа. А вот кардинальные числа говорят о том, сколько объектов. Ну и вот, собственно, про ординальные давайте мы забьем. Будем говорить про кардинальные числа. Определение. Ну вот я не знаю, насколько это... что-то в этом есть стиле, потому что пока я набираю, вы пишете, да? Соответственно, может быть такой стиль более подходящий. Определение. Кардинальное число это ординальное число. Ну, давайте так, сейчас я другое определение дам для начала. Определение. Биективная функция. Это сюрреактивная и инъективная функция. Так, господа, знаете ли вы, что такое сюрреактивная и инъективная функция? Напишите мне просто в телеге. Знаете ли вы это? Если вы это не знаете, это надо рассказывать. Ну, вернее так, кто не знает, напишите. А что такое вообще функция, знаете ли вы? Кто не знает, что такое функция? Теоретика множественное объяснение, знаете, да? Что функция это подмножество... Ну вот я начну, вы мне скажите, что знаем, знаем. Упорядоченная тройка, множество определения, множество значений. И D это область определения, у вас это определение. Она же domain. C это область значений, она же codomain. Вот, и здесь график функции. Это вы все знаете, да? Где G это подмножество подмножество D крест C, да, вот это вы знаете. Отлично, хорошо. Значит, я тогда просто это до точки довел, и значит хорошо. Объективная функция это сюрреактивная и инъективная. Сюрреактивная это такая. Да, ну в общем отлично. Тогда я не буду это говорить. Так вот, значит, определение. Множество x равномощно множеству y
будем писать это вот так. X равномощно Y. Если существует F, отображающий X в Y, объективное. Ну вот. Соответственно, парное определение, можно говорить, что X имеет мощность меньше равной Y. X имеет мощность, если существует инъективная. Ну и дальше определение. Кардинальное число – это такое ординальное число, у которого нет меньшего его равномощного ему. Для которого не существует b меньшего его, но равномощного его. Можем даже так написать. Напоминаю, почему in, ну это принадлежность. В техе in это значок принадлежности. Напоминаю, почему in, потому что меньше в нашем замечательном языке это принадлежность. Примеры. Ну, вообще интересный вопрос. Являются ли обычные конечные ординальные числа кардинальными? Ну, такой, в общем, вопрос. В принципе, можно сказать, что это не кардинальные числа. Но мы запишем кардинальные. Вот будет вот так, да? Скажем, 178, например, тоже кардинальное число. Хорошо, а какие еще бывают кардинальные числа? Ну, пойдемте дальше. Следующие числа за ординальными, за конечными числами, это будут предельные. Но не все. Некоторые. Давайте так. Значит, омега. Это 0, 1, 2, 3 и так далее. Значит, в самом деле, если b in омега, то b конечен по определению омега. Если b конечный ординал внутри омеги, значит, очевидно, b неравномощен что в b конечное количество элементов. Да, интересный вопрос. Вот это слово «очевидно», как вообще мы можем его трактовать? Почему, вообще говоря, нет отображения, которое бы могло сопоставить одно другому?
Ну, такой содержательный вопрос, который доказывается тоже через всякие, через всякую возню, которую мы немножко опустили. Видимо, мы сейчас ее немножко заметем под ковер. Поэтому слово «очевидно» имеет тот смысл, который часто вкладывается в такие слова, что типа нам лень доказывать. Тем не менее, давайте я запишу его, можно показать. Короче, мы определили, что такое ординальные числа, что такое кардинальные числа. Какие бывают еще кардинальные числа? Что касается омеги, то я, пожалуй, вам скажу, как на самом деле называется это кардинальное число. Есть такая еврейская буква, называется алиф, вы ее знаете. Возможно, кто-то знает, кто-то не знает. Сейчас мы вам ее найдем, я ее покажу. Вот, собственно, буква, о которой идет речь. Я думаю, что все ее знают. Давайте вернемся назад к нашей теме. Возникает вопрос, почему ноль? Ну, потому что наверняка есть следующая буква. Что такое следующая буква? Алиф 1. Что такое? Давайте посмотрим на определение, которое у нас есть на экране, и поймем, что оно может означать. Это такое ординальное число, для которого любое его меньшее не равномощно ему. Это такой c, что мощность c меньше, то есть вернее так, что счетная мощность в точности меньше c. При этом мы можем сказать примерно следующее, что это наименьший. Кардинальные числа так и будут нумероваться. Сперва будут идти натуральные числа, потом пойдут кардинальные числа, причем тоже нумеруемые подряд. Почему можем их нумеровать подряд? Потому что это же ординалы. Раз ординалы, они вполне упорядочены, значит, мы можем эти ординалы выстроить в каком-то порядке. И, соответственно, в множестве из алиф 0 и алиф 1 обязательно будет тот, кто меньше другого.
Соответственно, тот, который меньше мы назовем нулевым алифом, а тот, который следующий за ним, назовем первым алифом. И так далее. Поскольку все построено поверх ординальных чисел, у нас здесь будет полный порядок, в том числе и в том, что касается ординалов. Обратите внимание, как я пишу. Вот здесь правильно написать вертикальные черточки, потому что, когда мы говорим о ординальных числах, мы говорим все-таки о мощности чисел как множестве. А когда мы говорим о кардинальных числах, мы говорим о мощности как таковой, абстрагированной. Хотя формально это то же самое кардинальное число. Формально кардинальное число по определению это тоже ординал. Запись немножко отличается. Это такой артефакт записи. Этот артефакт скрывает за собой некоторое альтернативное определение, которое мы могли бы дать. Определение, ну, кардинальное число, число штрих, да, это множество всех равномощных. Мы таким определением не пользуемся. Это, так сказать, вариант. Но этот вариант возможен, и он как бы подсказывает нам, почему мы имеем право отдельно рассматривать отдельно множество всех мощностей и отдельно множество всех ординальных чисел. Соответственно, в том, что такое мощность множества, мы немножечко обошли стороной вопрос. Мы просто сказали, что вот, типа, давайте расклассифицируем все ординалы. Среди ординалов выберем такие, которые неравномощны своим предкам. Соответственно, мы понимаем, что такое равномощность, но мы не знаем, что такое мощность множества. То есть определение у нас примерно такое же было, как про множество вообще. Ну и дальше, соответственно, следующее наше рассуждение заключается в том, что давайте поймем, что с этими кардинальными числами можно делать. Ну, первый вопрос уже задан. Значит, что такое ну, какие есть множество, какие есть множество? Больше счетных. Да, мощность альф 0, мощность множества омеги, мощность первого предельного ординала называется счетной мощностью, вы это, наверное, знаете. Значит, ну, давайте мы задумаемся вот о чем. Значит, у нас вроде была целая иерархия, мы можем начать ей заниматься. Вот, хорошо, мощность омега плюс 1... Мощность омега плюс 1. Скажите, пожалуйста, чему она равна? Равна ли она мощности омега? Скажите, да или нет? Напишите. Вот омега плюс 1. Равна ли она по мощности омеги? Это алиф 0 или это алиф 1 уже? Странно. Я думаю, что вы должны это знать. Либо есть какая-то техническая проблема, из-за чего меня не слышно, либо задержка, либо вообще, я не понимаю, вы должны это знать. Омега плюс 1 – это то же самое по мощности, что омега или нет? Почему это не то же самое, что омега? Помните задачу про бесконечную гостиницу? Да, это не больше. И, соответственно, обратите внимание,
мы здесь начинаем видеть разницу между ординальными и кардинальными числами, потому что омега плюс 1 это, конечно, нечто странное. Это, давайте распишем, что такое омега плюс 1. Это омега, объединенная с, как бы объединением не написать, вот так вот напишу, а вот с такой омегой. Безусловно, это множество в каком-то смысле большее, но понятно, как мы можем его пересчитать. Определим f так. F от нуля мы отобразим в омегу, вот в этот элемент. А f от единицы мы отобразим в ноль. F от двойки мы отобразим в единицу. И так далее. F от k отобразим в k'. И кажется, мы сможем построить биективное отображение f биекция между омега и омега плюс 1. Мы построили биекцию, соответственно, мы можем сказать, что мощность омеги плюс 1 это тоже альф 0. Но вы понимаете, да, что у нас есть три операции, и я, естественно, буду спрашивать про 3. Омега умножить на омегу. Скажите, пожалуйста, равно ли это альф 0? Как вы считаете, омегу умножить на омегу? Равно ли это альф 0? Или все-таки уже альф 1? Равно, конечно. Действительно. Давайте поймем, как мы это пересчитаем. Что такое омега умножить на омега? Это множество упорядоченных пар вида KL. Ну и понятно, как их пересчитать. Соответственно, у нас есть два способа. Один из них вы знаете, наверное, еще, может быть, даже кто-то со школы. Как рациональные числа. То есть берем, строим такую табличку и индексируем ее циферками. Такая квадратная табличка у нас будет. Вот это здесь у нас будет. Здесь у нас будет k. Здесь у нас будут l. Ну и, соответственно, каждый объект можно занумеровать вот каким образом. Давайте просто я напишу эти цифры, и вы увидите, что действительно легко можно занумеровать. Это классический способ, которым, возможно, кому-то из вас рассказывали, что счетных чисел столько, что рациональных чисел столько же, сколько натуральных. Вот мы можем их вот так пойти нумеровать. И так далее. Значит, я думаю, что вам этот способ подсчета должен быть знаком. Значит, это так же, как рациональные числа. А есть более такой способ, который мы знакомы из матлогики. Это способ один будет у нас. И есть способ два. Ну, номер это 2 в степени k умножить на 3 в степени l. Это то, что мы делали на матлогике.
На самом деле он сильно не отличается, это примерно та же самая идея, но, по крайней мере, как бы у нас есть из чего выбрать. Хорошо, пойдемте дальше. Я вас даже вообще странную вещь спрошу. А вот это выполнено, как вы считаете? Ну, на самом деле, понятно, что давайте я это на домашнее задание отвечу. Ну, в общем, понятно, все тут понятно, просто как бы пусть кто-нибудь это сформулирует в домашнем задании. Значит, как на самом деле строить степени большей, мощности больше, чем алиф 0? Значит, мы здесь приходим к следующей теме, которую как бы мы говорили. Вот если у нас первая тема была просто кардинальные числа как объектная, следующая тема у нас будет иметь еще собственное название, будет называться теорема Кантора. Если P это некоторое множество, давайте не P, а как бы X назовем, то мощность X строго меньше, чем мощность P от X. Значит, давайте я дал вот такое определение, не больше X. Давайте я еще дам вот для строго меньше. Определение классическое имеет место неравенства и не имеет места равенства. Значит, доказательство. Доказательство использует классический метод под названием диагональный метод. Ну, давайте сперва помашем руками, чтобы было понятно, что идет, о чем идет речь. Потом поймем, как его можно было бы формализовать. Значит, ну, от противного. Пусть не так. Пусть существует f, отображающие x в p от x, при этом f биекция. Давайте это распишем. Значит, у нас будут, ну, как бы мы могли эту функцию расписать? Ну, давайте просто поймем, что это за функция, что она делает, что в ней такого хорошего. Это функция, которая по элементу... Ну, давайте я вот другую сделаю функцию. Мне такая больше нравится. Пускай p от x отображает в x. И давайте просто поймем, что она должна делать. Значит... Нет, прошу прощения. Пусть x в p от x. И давайте поймем, что она делает. Значит, мы должны понять примерно следующее. Мы, допустим, берем и, не знаю, пусть в качестве x пример. X это омега. Так, значит, мы должны для каждого из элемента отобразить его в какое-то множество. 3, там, 17, 24, там, какой-нибудь там. F от 748 отображается тоже в какое-то там множество. Некоторые в конечное, некоторые могут отображаться в бесконечное множество. Некоторые могут даже отображаться в огромное множество.
какой-нибудь, я не знаю, там от нуля, допустим, для начала могла бы отобразиться в омегу саму по себе. То есть вообще во все натуральные числа. Значит, иными словами, мы можем взять и сказать, что вот есть исходное множество и есть целевое множество. Значит, ну, множество x, соответственно, состоит из каких-то элементов. x0, x1, x2. Вы мне скажете, что вдруг в нем несчетное количество элементов. Но это мы сейчас, как бы, я пока машу руками, но потом мы, как бы, дадим чуть больше формализма, и будет понятно, что в этой ситуации делать. Значит, итак, давайте писать такую же квадратную табличку, которая была выше. Значит, вот по вертикали у нас будет x0, x1, x2, x3. И по горизонтали у нас тоже будет x0, x1, x2, x3. Значит, у нас тут какая-то неудачная функция. Давайте мы распишем какой-нибудь пример вот попроще. Вторую мы отобразим, не знаю, в 1,4, а 0 отобразим в омегу. Соответственно, что у нас получается? Значит, как мы могли бы эту функцию здесь изобразить? Ну, как-то так. Значит, будем писать в каждой клеточке звездочку, если этот элемент действительно присутствует в отображении. И будем оставлять клетку пустой, если такого элемента в отображении 0 нету. Значит, f от 0 отображается в омегу. Значит, в ней присутствует все. И нулевой, первый, второй, третий, четвертый элемент. И вообще все остальные элементы, которые только бывают. Про первый мы ничего не знаем, не будем его в списке писать. Про второй элемент мы знаем, что он отображается только в, только в единичку и в четверку. Про третий элемент мы знаем, что он отображается в 1, 2, 3. Понятно, что мы можем построить такую большую красивую таблицу. И в ней для каждого элемента указать, в какие элементы он переходит. Поскольку мы отображаем элемент в множество, я напоминаю, p от x это множество всех подмножеств x. То есть в нем присутствуют множествами все элементы, которые могут быть подмножествами. Да, соответственно, для каждого элемента мы можем увидеть, какие элементы будут в его образе. Вот, скажем, в x3 в его образе будет x1, x2, x3. Ну, теперь вопрос, объективна ли эта функция? Ну, в инъективность мы готовы поверить. Давайте мы даже точнее вопрос зададим. Сюрективна ли эта функция? Я утверждаю, что нет. Пусть да. То есть для любой функции, для любого элемента у него будет прообраз. То есть у любого набора элементов есть прообраз. Построим. Тогда построим. Там t, не имеющий прообраза. Как мы его возьмем? Мы уже обсудили, что мы как бы так эмоционально предполагаем, что все элементы у нас перенумерованы. Значит, давайте просто распишем, что в этом t будет находиться. Рассмотрим f от x0. Верно ли, что сам x0 принадлежит своему образу? Понятно, у нас матлок. Соответственно, принадлежат ли элементы сами себе, принадлежат ли элементы, похожи ли сами на себя. Вот это то, что нас всегда живо интересует. Верно ли, что элемент, образ которого мы берем, принадлежит своему образу? Ну, как бы, ходишь ли ты в свой ресторан, да?
Преешь ли ты сам? Являешься ли ты сам элементом своего образа? Вот. Ну, если да, то t не включает x0. Если нет, добавим x0 t. Ну или давайте, может быть, в более замкнутой форме. T – это множество всех таких x-ов, что x не входит в f от x. Обратите внимание, вот эта запись в замкнутой форме – это практически аксиома выделения. Чтобы сделать из нее честную аксиому выделения, мы можем написать вот так. Да? Соответственно, множество t существует и ровно такое, как мы описали, согласно аксиоме выделения. Значит, поэтому нас нельзя обвинить в том, что мы тут строим какие-то объекты, которые там приводят к парадоксам или выходят за рамки теории множеств. Ничего тут за рамки теории множеств не выходит. Все очень даже цивилизованно. Теперь вопрос. Каков k, что, ну, не знаю, что там, t маленький, да, что f от t, может ли это быть x0? Нет. Потому что f от x0 отличается от t как минимум в x0. Образ f от x0 отличается от t как минимум в x0. Почему? Потому что если бы образ f от x0, значит, x0, если x0 принадлежит t, то x0 не принадлежит f от x0. Наоборот. То есть, что мы... x1 тоже не годится. И вообще мы не можем найти никакой элемент, который бы мог бы являться образом, образом которого являлся t. Значит, поясним на примере, на картинке, что это означает, почему... Что вот эта фраза отличается от x0? Что такое t? Давайте просто поймем, что такое t. Мы идем по диагонали на этой картинке и смотрим. Поскольку здесь стоит звездочка. Ой, x1 у нас отсутствует. Давайте мы его добавим. И пусть образом x1, чтобы у нас было все хорошо, будет пустой. Такой тоже должен быть. Значит, давайте посмотрим. В t мы будем брать что? x0 входит, его образ содержит x0. А мы сделаем так, что он не будет входить. x1 не входит в свой образ. А мы его добавим. x2 не входит в свой образ. А мы его добавим. x3 входит в свой образ. А мы его исключим. И поэтому x0, вот t будет выглядеть вот так. Здесь будет звездочка, здесь будет звездочка, а здесь не будет ничего. Это t отличается от каждой строки как минимум в одном элементе. От нулевой он отличается в нулевом элементе, от первой отличается в первом, от второй отличается во втором, от третьей отличается в третьем. Поэтому вот этот t не равен никакому, никакой из строк, которые у нас есть. Построение такого t – это и есть как раз применение диагонального метода, который упоминался выше. Мы идем по диагонали этого графика, и каждый элемент, ну, как бы берем отрицание от него. Формальное описание вот этого t здесь присутствует. И понятно, как, во-первых, показать, что он не является образом никакого элемента,
И второе, понятно, как его построить в рамках аксиоматики Цермело-Фрэнкель. Таким образом, мы показали, что функция не сурьективна. F не сурьективна. То есть F мощность X не равна мощности P от X. Ну, для очистки совести мы должны заметить, что все-таки она меньше. Меньше ли равна? Давайте в качестве f от x рассмотрим вот такую функцию. Понятно, что эта функция инъективна. И поэтому нет никаких причин считать, что тут есть какое-то вообще сложное отношение между x и p от x. Значит, мощность x строго меньше, чем мощность p от x. Теорема Кантора доказана. Есть ли вопросы? Значит, я думаю, что многие из вас вообще даже видели эту теорему раньше, им доказывали в том или ином виде. Можно было предположить. Вот. Может быть, есть какие-то вопросы по этой теореме. Прикольно в отношении этой теоремы, что она достаточно легко формализуется и записывается на языке вот теории множеств, даже очень формально, если нам это потребуется. Вот видите, мы даже на аксиомы ссылались в самом сложном месте, которое кажется наименее очевидным существование этого Т. Мы так легко все довели до аксиома. Есть ли у вас какие-то вопросы? Теперь скажите, как мне получить альф-1? Я возвращаюсь к старому вопросу. У нас есть такой классный инструмент в виде теоремы Кантора. Как нам получить альф-1? Напишите. Как нам получить альф-1? Да, так можно. Безусловно. Мы можем взять p от омега. Действительно. Но равно ли оно альф-1? Получим мощности. Это как бы вопрос, затравка к следующей теме, которую я хочу сегодня затронуть. Больше. Но равно ли она альф-1? На самом деле неизвестно. Есть такое понятие континуум гипотезы. Существует ли мощности иными словами, действительно ли следующее по мощности множество за альф 0 это p от омега? Значит, давайте я поясню, собственно, я сказал слово континуум, не сказал, что это вообще такое. P от омега – это мощность континуума. Значит, почему это мощность континуума? Это мощность вещественных чисел. Типа непрерывных, да? А
Соответственно, ну, на самом деле неизвестно. Континуум гипотеза как раз состоит в том, что не существует мощность множеств. И ответ на нее, континуум гипотеза не зависит . Вы можете ее выбрать, согласиться с ней, и тогда у вас не будет существовать промежуточных мощностей. Вы можете ее отвергнуть, и тогда у вас будут существовать мощности, вы можете ввести любые, какие хотите. Это ничему не будет противоречить в остальной аксиоматике Самюэла Фрэнкеля. Это результат, который доказан Коэном. Вот, в 63-й или какой-то. В 63-м году примерно. Вот такая забавная тема. Довольно много копий ломалось вокруг нее, и в частности это в том числе с аксиомой выбора связано, потому что она позволяет строить большие множества разными всякими хитрыми способами. Но в итоге вот стало ясно, что это просто некий очень слишком абстрактный предмет, слишком далеко отстоящий от такой вот конкретной математики, с которой все имеют дело, ну, не касающейся основной теории множеств. И поэтому мало где мы с этим сталкиваемся, и никак вот аксиоматика Самюэла Фрэнкеля этой вот промежуточной мощности не касается. Теперь, собственно, это был разговор про кардинальные числа, про их свойства. И в качестве, наверное, завершения сегодняшнего занятия я докажу еще одну теорему. Может быть, так сказать, если прежние теоремы были вообще про то, что это за множество и как с ними, что они вообще такое, скажем, и факты определения были про определение, то теперь мы докажем теорему, которая позволяет с мощностями работать. Теорема Кантора-Бернштейна. Просто некая теорема, позволяющая взглянуть на все это под неким более удобным углом. Если мощность x меньше равна мощности y и мощность y меньше равна мощности x, то они равномощны. Ну, кажется естественным, что на мощностях есть полный порядок. Но, вообще говоря, не очевидно, потому что речь идет про существование функции, и эту функцию надо как-то определить. И это, в общем случае, не очевидно. Давайте попробуем разбираться. Доказательства. На что хочется обратить внимание? Что если x меньше равно y, то существует f, отображающий x в y. Причем f биективно. Если y меньше равно g, то значит существует функция g, отображающая y в x. Они обе биективны. Соответственно, нам нужно показать существование функции биекции x и y. То есть, я прошу прощения, это инъективно. И вот эта функция инъективна. Значит, а итоговая объективна. Как это можно себе представить? Давайте просто представим себе это как-то. Вот у нас есть множество x. Вот у нас есть множество y. Вот давайте мы в этом множестве x отметим вот это множество. И мы функцию f отображаем в y. Понятно, что мы отображаем ее не весь в y, как только в кусочек его. Как-то мы вот так вот в серединке нарисуем этот кусочек. Давайте я вот так вот нарисую, потому что мы не только это отображение будем рисовать.
Вот она как-то так отображает. То есть вот тут вот она идет нормально. А тут вот она сбивается и отображает не весь в x, а только в кусочек y. Хорошо. А теперь вопрос, вот это f. Теперь посмотрим на функцию g. Она должна как-то идти вот так, наверное. Каким другим символом будем обозначать. Вот y, где-то здесь она опять же уходит вниз. И может она даже в маленький кусочек этого x отображается. У нас есть... Что вот это такое? А, вот эта часть, это прообраз, это образ g от y. Вот эта часть, это образ g от y. А вот эта часть, это образ f от x. Дайте я даже буковками какими-нибудь напишу его. А вот это будет f. А ну хорошо. Ладно, замечательно. Эта картина понятна. Может быть, не такая красивая, потому что в пиктографике, но понятная. А теперь давайте я вас попрошу следующее сделать. Да? А, что такое будет вот это? Это будет еще какой-то вот совсем маленький кусочек вот здесь. Это будет не весь прообраз Y, не весь образ в G Y, а образ какого-то подмножество, потому что f от x это подмножество. Соответственно, вот эта штука будет вообще какая-то мелочь. Вот здесь будет какое-то g, которое есть g от f от x. Вообще какой-то такой будет маленький вот такой фрагментик. Вообще такой вот маленький-маленький. Вот такой. И давайте теперь посмотрим, что мы хотим. Мы хотим следующее. Если x равномощен y, то это значит, что x равномощен f от x. Раз это биект, раз это отображение x и образа f от x биекция, значит они, конечно, равномощны. Вот эта штука равномощна y. Потому что мы этого хотим. А этот y равномощен, в свою очередь, g от y. Давайте дальше пойдем. Значит, но теперь давайте его так скажем. Раз функция g на... является инъективной, то значит и вот эта штука будет равномощна. И давайте мы теперь вот это все выбросим. И скажем, что на самом деле у нас есть только множество x. И есть некое инъективное отображение x в себя. Потому что g от f от x это инъективная функция. Это есть некая индиктивная функция, которая отображает x на свой кусочек. И мы хотим сказать, что эта функция является биекцией. Ну, то есть, что, что вот это, вернее, не то, что она является биекцией, она, конечно, не биекция, потому что она индиктивна, но то, что ее образ равномощен исходному образу. Как мы будем это показывать? Давайте просто... Как бы давайте какой-то наведем порядок небольшой в этих всех картинках. Они не очень красивые такие. Значит, давайте мы будем говорить так. Давайте снумеруем множество. Вот давайте пускай x это будет у нас А0. Просто чтобы было прикольно. Значит, давайте g от y мы назовем А1.
очевидно, что А0 под множество А1. То есть наоборот, над множеством. Почему? Ну, потому что функция g от y, она инъективна. И, ну, она просто потому, что g от y отображает y в x. Собственно говоря, мы поэтому можем это утверждать. Так как... Да, то есть она может быть либо биективной, тогда это в точности равно, либо просто инъективной, тогда это подмножество. Значит, тогда давайте посмотрим следующую штуку. G от f от x. Это назовем А2. Очевидно, А2 есть подмножество А1. Ну, понятно. Потому что мы берем вот здесь, мы говорим о всем образе, образе всего множества y, а здесь мы говорим только об образе части множества y. Так как y под множество f от, то есть наоборот, f от x под множество y. Ну и вообще давайте дальше пойдем. F от g назовем А3. Что такое А3? Это мы взяли А1, построили по нему образ в Y, и потом взяли обратно прообраз. Ну и вообще, G от F от... Ну давайте так. Это А4. Затем у нас будет А5, А6 и так далее. Давайте поймем про их соотношение. Очевидно, вот уже из изложенного, что АН всегда входит в АН минус первый. Собственно, мы можем провести те же рассуждения, которые были выше, и убедиться в том, что это всегда будет выполнено. У нас получается такое вложенное семейство из множеств. Одно входит в другое. Значит, теперь давайте поймем, что там дальше будет. Значит, давайте пересечем все эти множества. А нулевое пересечь с А первым. Как бы мне вертикальную черточку нарисовать. А первым пересечь со вторым. Это будет какой-то А L. Это просто, ну давайте просто А назовем. Это просто пересечение всех этих вещей. Ну, что это может быть за пересечение? О чем идет речь? Представим себе, что f и g биективны исходно, с самого начала. Что мы пользовались этой теоремой зря. Что у нас и так отображение f и g биективное отображение. Тогда А будет совпадать со всем пространством x, y. Но если они не биективны, то тут у нас начинается какая-то последовательность. В итоге оно может сойтись к пустому множеству, а может и не сойтись. Если мы, допустим, имеем какое-то нелинейное отображение, то оно может идти с обоих сторон к пределу. Что мы, допустим, имеем вот все эти аиты имеют вот такой вид. Там, это какой-нибудь там 0 минус 1 n, 1 плюс 1 n. Вот АН, может быть, вот таким, например. Тогда тогда А будет просто отрезок от 0 до 1.
ну хорошо, вот мы построили такую вложенную систему этих множеств, каждая в другое вложена, и они куда-то там сходятся, возможно, к какому-то пределу. Теперь давайте мы подумаем, что нам делать. Что мы хотим? Мы хотим биекцию построить. Мы вот так взяли, нашинковали эти отображения, и теперь хотим биекцию. Как мы будем строить биекцию? Давайте мы определим ckt как c, ну давайте cn, это cn, это an без an плюс 1. То есть это то, что отличает текущее множество последовательности от следующего. И просто распишем, что это вообще за звери. Значит, вот у нас есть x. Давайте просто поймем, из чего оно состоит. Это c нулевое объединить. Ну, давайте я плюсик буду писать вместо объединения. С c первым. Поскольку эти множества дизъюнктны в любом случае, мы имеем право писать плюсик. Плюс c второе, плюс и так далее. Плюс в итоге это будет а. Это какой-то элемент на бесконечности, который у нас ни в какие эти последовательности не входит. С третье, плюс С четвертое, плюс и так далее. Теперь давайте подумаем, что такое g от f от x. Помните, мы нашу цель не забыли? Мы хотим понять, что x равно g от f от x. То есть мы взяли x, сделали с ним однократное преобразование вот это, и вот все эти нашинкованные множества как-то должны были сдвинуться. Давайте подумаем, как они должны сдвинуться. Что в него входит? Давайте подумаем, что входит в g от f от x. В него, очевидно, входит а. Это мы напишем. Потому что оно отобразится само в себя. Значит, теперь давайте подумаем, что у нас будет дальше. Может, я не так хочу? Может, я вот так хочу? Я вот такой хочу. Да, давайте я вот такой буду писать. Давайте подумаем, что входит в g от y. Значит, в него входит c1. Потому что это то, что отличает a1 от 2. В него входит c2. В него входит c3. В него входит c4 и так далее. Единственное, чего в него не входит, в него не входит c0. Правда? Потому что g от y — это то, что отличает x от... Вот c0 — это то, что отличает a0 от единицы. Ну и теперь давайте построим биекцию, которую мы хотим. Значит, биекция будет устроена так. C0 мы отобразим вот сюда. C2. Сейчас, погодите, мы в C2 его хотели отобразить. C2 мы отобразим дальше. C4. C4 мы отобразим еще дальше. И так далее. А C1 мы оставим на месте. C3 оставим на месте. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Мы получили
Вообще, да? Мы получили биективное отображение между x и g от y. Значит, как устроено это биективное отображение? Почему c0 удалось отобразить c2? Ну, потому что у нас есть вот это биективное отображение g от f от x, которое отображает a0 в a2, и вот этот вот кусочек, соответственно, вот все вот эти куски у нас отображаются совершенно нормально. Значит, кусок c0 один к одному отображается в кусок c2 при помощи отображения g от f от x. При этом как бы никакой другой кусок из тех, которые мы здесь расписали, на место c0 и c2 не претендует. c2 прекрасно уйдет в c4, c0 прекрасно уйдет в c2, c1 прекрасно останется на месте, c3 прекрасно останется на месте и так далее. Вот мы так вот, перегруппировав элементы множества, получили биективное отображение, которое отображает x на g от y. Кроме этого, мы знаем, что есть биекция между g от y и y. Откуда мы знаем, что есть биекция? Ну вот из этого определения. Значит, продолжив это отображение дальше, мы получаем множество y. y в свою очередь, это есть g в минус 1 от g от y. Что такое g от y, мы знаем. Это вот эта штука. А вот эта штука равномощна x. Таким образом, мы построили биективное отношение, соединяющее x и y. Ну, то есть, как бы, почему? То есть, вот, и вот такое отображение, давайте мы его как-то обозначим. Вот это вот отображение, которое мы вот подобным образом построим, мы обозначим какой-нибудь буквой P, я не знаю. Вот это отображение P. P, отображающий X в G от Y, являющийся биекцией. И дальше мы будем говорить, то отображение Q равное G в минус 1 от P от X. Давайте поймем, откуда, куда оно действует. Оно действует из X в Y. И это биекция. Таким образом, мы доказали теорему Кантора-Бернштейна и показали, что множество X можно один к одному сопоставить с множеством y и показать, что x и y равномощны. Есть ли вопросы по этому доказательству? Совсем нет. Давайте я еще раз, может быть, схему общую поясню, что здесь делается. Мы вот рассмотрели такое забавное соотношение. И сказали, что вот это, наверное, друзья, равномощно. Давайте из этого что-нибудь такое интересное извлечем. Значит, и дальше мы делаем следующую забавную вещь. Мы берем множество x и множество y и многократно применяем комбинацию функций f и g. И на множестве x разводим множество множеств, которые вложены друг в друга, каждый из которых есть многократный образ x или y. Самое общее это x, потом поменьше множество это образ y однократный, прообраз или образ функции g. Затем двукратный образ x, трехкратный образ y, четырехкратный образ x и так далее. Несложными рассуждениями мы понимаем, что все эти множества вложены друг в друга. Где-то в середине у них есть несжимаемый остаток. Некое множество, которое мы обозначили множеством А, это пересечение всех номерных ашек. Некий такой несжимаемый остаток, центральное множество, которое никуда не девается. Соответственно, это множество
представляет из себя, ну вот, грубо говоря, что мы сделали? Мы взяли исходное множество x, разделили на полосы, располосовали. Дальше мы можем заметить, что функции f и g делают биекцию между разными кусками этих множеств. И мы делаем примерно следующую историю. Определяем отображение p, которое по кусочкам собирает множество g от y из множества x. Каким образом? В чем разница между x и g от y? Только в множестве c0. Все остальные множества, ну вот c и t, это разница между an и n плюс 1. Вся разница только в множестве c0, вот в этом множестве. Все остальные множества, которые участвуют в этом отображении, они одинаковые. Нам бы этот c0 бы куда-нибудь деть. И вот как мы его деваем. c0 мы отправляем в c2. c2 мы отправляем в c4. c4 в c6 и так далее. И оказывается, что на месте каждого множества, которое мы отображаем не на свое место, пусто. Потому что это не свое место, мы отображаем дальше. Нечетное множество мы можем оставить сами на себе, потому что с нечетным множествами точно ничего не пересечется. Почему у нас есть вот такая биекция в c0, в c2? Ну, просто потому что вот это отображение g от f от чего угодно, она как раз и сдвигает все множество на 2 вправо. Да, вот отображение g от f от x, оно делает, давайте я просто это напишу, g от f от x. Это что такое? Давайте просто вот здесь сверху напишем. Это вот такая штука. Это c2 плюс c3 плюс c4 плюс и так далее. Значит, это отображение куда-то отображает c0 и c1. Значит, ну куда-то вот в этом множестве она его отображает. Значит, ну, по определению, которое у нас здесь есть, это как раз и будут вот эти фрагменты. Для того, чтобы получить требуемую биекцию, мы делаем перекомпоновку этого отображения. И не просто отображаем эти элементы со сдвигом куда-то, а отображаем их по другой схеме. C0, C24 сдвигаем, а C1, C3, C5 оставляем на месте. Ну и проведя эту перекомпоновку, мы получаем искомую биекцию. Ну а дальше, применив к этой биекции обратную функцию к g, она обязана существовать, потому что g от y – это биекция. Да, потому что g имеет своим образом не весь x, а только его кусок, но на том куске, на котором она имеет образом y, она является биекцией. Значит, можем взять обратную и определить q, которая есть просто биекция x на y. Вопросы? Есть ли вопросы? Нет вопросов. У меня есть такое подозрение, что я всех немножко загрузил. Ну, конечно, тут есть некие вещи, которые я не сформулировал точно. Интересный вопрос. Может, я вам задам его. Скажите, пожалуйста, а почему есть биекция из c0 на c2? Как эту биекцию выписать? Какая функция осуществляет биекцию c0 на c2? Скажите, пожалуйста, что это за функция? То есть я как бы нарисовал стрелочками, но я саму-то функцию не выписал. Да? А скажите, пожалуйста, как будет выглядеть вот эта биекция c0 на c2? Там будет такая кусочно-линейная функция, но она не линейная, конечно. Такая функция, собранная из кусочков, такой большой if. Вот, скажите, пожалуйста, как будет выглядеть отображение c0 на c2?
Ну ладно, возможно, это стоит домашку дать в качестве задания. Потому что доказательства типа такого надо разбираться. А вот кто-то пишет. Пишите. У нас получается, что x минус g от y переходит в g от f от x. Это как мне понять? А при каком отображении переходит? X минус g от y это c0 переходит в да, переходит в c2. Типа такого, да. Да-да-да. Вот. Ну а прикол? Да, это композиция GF. C0, C2 это композиция GF. То есть если мы будем выписывать общий смысл этой формулы, то формула, смысл будет такой. Если x принадлежит четному, если принадлежит четной цешке, то применить GF к нему. Если x принадлежит нечетной цешке, оставить на месте. А потом применить g в минус первой. Почему такое работает? Ну, просто потому, что вот эта композиция GF имеет, производит биекцию между всем множеством и множеством на 2 большим. Биекция 0 на А2, А2 на А4, А4 на А6 и так далее. Поэтому место, которое занимало c0, оно освобождается. Мы как бы умеем упаковать все множество в какое-то его небольшое подмножество. Без вот этого куска. Ну и что здесь происходит? c0 мы отображили в c2. Отлично, мы молодцы. c2 имеет... Но когда мы сделаем такое отображение, получится, что у нас не будет инъекции. Да? Что те элементы, которые были в c2, останутся на месте c2. Если бы мы сделали такую функцию, да, то есть мы могли бы взять такую функцию. Там, не знаю, какой-нибудь s от x могла быть вот такой. Это g от f от x, если x in c0, или просто x иначе. Все хорошо, это бы сработало. Но есть одна проблема. Тогда те элементы, которые принадлежат в c2, склашатся сами с собой. Как этого избежать? Применить к ним еще раз то же самое отображение. Поскольку мы спрятали c0 где-то там в образе f, g от f, то те элементы, которые оказались в образе c0, мы тоже можем спрятать в каких-то элементах. Ну, собственно говоря,
Если мы внимательно посмотрим на эти определения, то мы увидим, что С2 есть образ GF от С0. С4 есть образ GF от С2 и так далее. Ну, я надеюсь, что это понятно примерно. Значит, если есть какие-то вопросы, еще можно задать. Если нет, то как бы вот прошу любить и жаловать эту теорему. Надо будет, я не знаю, как на нее придумать задачек. Надо будет что-то придумать, может быть. Может быть, явно расписать эти отображения для какой-нибудь функции. Вот я придумаю какую-нибудь задачку. И давайте напоследок я что-нибудь расскажу еще про вещественные числа, наверное. Я совсем забыл, потому что я обратил ваше внимание на то, что континуум, континуум, гипотеза и прочее. А как связаны вещественные числа и континуум, непонятно. Значит, мощность вещественных чисел. Собственно, почему мы можем про это сказать? Ну, то есть, как бы как раз на 5-7 минут нам хватит рассуждений, чтобы понять, что вещественных чисел у нас... что мощность вещественных чисел это P от алиф 0. Значит, утверждаю, что мощность вещественных чисел P от омега. Как? Давайте сделаем так. Значит, вообще интересный вопрос, да? Значит, ну, на самом деле, что такое вещественное число, да? Значит, ну, тут мы немножко рукомашеством будем заниматься, но примерно как это устроено. Распишем все двоичные дроби. Знаете ли вы, что такое двоичная дробь? Двоичная дробь – это такая забавная вещь. Значит, вот у нас есть число какое-то. Ну так это десятичная дробь, но оно же может считаться и двоичной дробью. Да? Что-то я размахнулся, это что-то я увлекся, давайте мы вот так напишем. Это 2 в, это 2 в первой плюс 0 на 2 в нулевой, это мы понимаем, плюс 1 на 2 в минус первой, плюс 0 на 2 в минус второй. То есть мы можем даже не вот так написать. Мы исходно-то вот это пишем. Да? 1 делить на 0 делить на 2 в квадрате плюс 1 делить на 2 в кубе. Но поскольку мы люди умные, мы понимаем, что возведение в отрицательную степень то же самое, что деление на положительную. Значит, поэтому мы пишем вот такие вещи и пишем вот такие штуки. Чем хороши двоичные дроби? Что там нолик и единица. Чем хороши нолик и единицы? Ну вот тем, что мы можем обратить внимание вот на эту красивую картинку. И мы будем говорить следующее, что почти для каждой записи есть вещественное число. Для каждой записи. И второе утверждение, что почти все двоичные дроби не равны. Исключения это вот какие варианты могут быть. Какие бывают равны. Что значит почти? Почти. Вот можем написать вот такую штуку. Это равно единице и ноль. Правда, да? Один в периоде в двоичной системе это то же самое, что единица. Ну, это легко понять, потому что это 1 вторая плюс 1 четверть плюс 1 восьмая плюс 1 шестнадцатая и так далее. И так далее. И это все в конечном итоге равно единице.
Поэтому, когда мы раскладываем обычную периодическую дробь в двоичную запись, ну или в десятичную, это без разницы. Аналогичная тема для десятичной записи, десятичная аналогичная. 0 и 9 в периоде, это то же самое, что единица. Вот это то, что касается почти. Да? Понятно, что таких вариантов счетное количество, поэтому на это можем не распространяться. Значит, диагональ, пусть. Ну и как бы дальше можем сказать следующее, что, соответственно, множество, списки всех двоичных дробей это все множество всех подмножеств. Ну, в самом деле, если мы возьмем, рассмотрим натуральные числа, то каждый знак в двоичной дроби соответствует какому-то натуральному числу. Это показатель степени этой двоичной дроби. Соответственно, любое разложение числа в двоичную дробь, неважно, бесконечную, бесконечную, предполагает некий набор натуральных чисел, говорящий о том, какие компоненты в ее разложении присутствуют. Соответственно, в этом случае мы можем просто так же расписывать, как в диагональном методе, просто для каждого числа, там, не знаю, одна четверть. Это будет вот какая-то штука 0 вторых, одна четверть, и дальше все по нулям. А число π разложится как-то очень нетривиально, я даже боюсь выписывать, какие там будут знаки в этом разложении. Их будет очень много, это множество будет бесконечным, но оно будет вполне конкретным. Соответственно, из этого следует, что мощность всех двоичных дробей – это мощность всех натуральных, p от мощности, p от натуральных чисел, p от омеги. То есть мощность всех натуральных чисел, мощность всех вещественных чисел, она же мощность континуума, строго больше мощности натуральных чисел. Но при этом мощность вещественных чисел равна ли она алиф 0? Алиф 1 мы не знаем. Не то чтобы не знаем, мы как бы должны договориться. Если это зачем-то нам нужно, можем согласиться. Ну и как бы в довершение могу сказать, что в зависимости от аксиоматики можно делать системы, в которых оно либо так, либо этак. Не обязательно принимать континуум гипотезу как таковую. Мы можем играться, например, с аксиомой выбора и с другими аксиомами, ну вот с аксиомой выбора, например. И в зависимости от аксиомы выбора строить разные интересные мощности. Вот, значит, про аксиому выбора, если мы доживем, мы еще поговорим, потому что она имеет как бы всякий интересный содержательный смысл. Вот, ну а пока, наверное, на сегодняшнее занятие хватит. Значит, в 30 минут, наверное, будет практика. А так, прошу любить и жаловать. Параллельно я как бы хотел бы какой-то обратной связи насчет такого формата лекции. Был ли он интереснее или, может быть, наоборот, более сумбурный? Потому что, с одной стороны, я не пишу по готовым слайдам и, может быть, где-то менее четко рассказываю. А с другой стороны, может быть, зато я рассказываю в том темпе, в котором вам проще понимать меня. Вот. Ну, пишите как-нибудь потом в комментариях. Ладно, всем хорошего. До встречи.